зарисовка, на его стихи. Сейчас скажу, вот издание, это где-то там год 86-87. Это очень давно было, и тогда вот в воздухе висело такое ощущение, что ах, ну сейчас будет что-то новое, что-то чудесное, но что-то отличное нас ждет. Ну, в общем, все по-разному воспринимали это, то, что их ждет, и каждый с радостью. Вот, и такая штука, которая называется «Приглашение к путешествию». Не торгуйтесь почтовой лошадью, намечаясь в большой переход. Флюгер весело чертит над площадью, и в разверстые дали зовет. Перстень сдвинут, и стекла опущены, полосатый шлагбаум подъят. В окна смотрит холодное будущее, да мостовые цепи гремят. Облака поплывут вереницею, золотая просветит пыльца. Не торгуйтесь с угрюмым возницею, все равно не откроет лица. И не подскажет, хоть знает заранее, где удача вас ждет, где беда. Улыбайтесь теплей на прощание, одевайтесь теплей в холода. Не торгуйтесь почтовой лошадью, намечаясь в большой переход. Флюгер весело чертит на площадью, и в разверстые дали зайдет.